думаю, что речь, конечно, об СССР не идет вообще. К сожалению, скажу честно. Поскольку СССР — это был огромная империя, в которой себя чувствовали позитивно самые разные народы, и которой карьера человека не зависела от его национальности, в которой можно было реализовываться на огромном пространстве. Вообще империя — это лучшая форма устройства. Я, к сожалению, к большому, с тоской смотрю на эти всякие дурацкие высказывания, потому что по-другому их никак не назовешь. Конечно, в моих мечтах, и я говорил об этом, мощнейшая была бы страна Белоруссия, Украина и Россия, если бы собрались мы вместе. Но это тоже мои фантазии. Мы знаем слова великого полководца «разделяй и властвуй». Поэтому маленькие государства очень легко забрать. И только в большом тесном содружестве мы можем противостоять любому врагу.